Оставшиеся в Азербайджане под контролем российских миротворцев боевые соединения армии Армении являются фактором нестабильности на освобожденной азербайджанской земле и создают проблемы для исполнения трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении о прекращении Карабахской войны. Об этом, как передает канал 13, в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» рассказал военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов, говоря о необходимости полного вывода армянских войск из Азербайджана. Эксперт сообщил, что в течение месяца наблюдал за ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана после завершения Карабахской войны. Природно-климатические условия в районе Гадрута сейчас таковы, что партизанская война, как бы кто ни хотел ее устроить, сойдет на нет. Недаром порядка 150-160 армянских военнослужащих, укрывавшихся в лесах Нагорного Карабаха, сдались. Много на снегу не поспишь, а по ночам там температура уже ниже нуля. Условия для продолжения сопротивления у армянских военных на подконтрольной вооруженным силам Азербайджана земле попросту нет, сказал он. Однако остаются войска Армении на земле Азербайджана, вокруг которой размещены российские миротворцы. Эта часть армянских войск на территории, подконтрольной российским миротворцам, создает проблемы. Их наличие является фактором дестабилизации ситуации, и вполне вероятно, что именно они являются источниками кадров для совершения диверсионных действий на азербайджанских территориях. А это никак не содействует тем договоренностям, что были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией, подчеркнул Олег Кузнецов. Без вывода этих армянских солдат из Азербайджана достичь полноценной стабильности на освобожденных землях республики не удастся. Пока вывода этих войск нет, российские миротворцы не выполняют такую задачу, соответственно, процесс исполнения соглашения от 10 ноября тормозится. Однако стоит ожидать, что по мере того, как будет создаваться гражданская азербайджанская администрация на освобожденных территориях, такой процесс обязательно начнется и получит некую организационную законченность. Тогда вывести их из Азербайджана будет сравнительно просто, так как это было сделано в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах, спрогнозировал политический консультант.